Как сделать уникальную в своем роде вещь своими руками? Для этого понадобятся лишь нитки и крючок для вязания. На мастер-классе химчане под руководством мастера декоративно-прикладного искусства Евгении Старец узнали, как старым вещам подарить новую жизнь. Сделать такое изделие, во-первых, своими руками, как было сказано, конечно. Во-вторых, единственное неповторимое. А в-третьих, из старых предметов, уже не в обиходе. Итог встречи – красивый вязаный клатч. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Посетить любой из них можете и вы. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event@adamhimke.ru.